Сегодня мы приехали в Биллбекс Стейт Парк. Одним из самых красивых мест в этом парке является маяк, который был построен, где-то здесь было написано, в 1825 году. Вход в маяк бесплатный. Каждый день в 10 и в час дня, в 10 утра и в час дня осуществляется подъем. Точнее, не каждый день, а с четверга до понедельника. Сейчас будем подниматься, там 101 ступенька. Как я прочитал на сайте этого парка, здесь запрещено пользоваться дронами, но вид с этого маяка полностью это компенсирует. Ты находишься на высоте птичьего полета, и отсюда открывается настолько завораживающий вид, что просто захватывает дух. Сама вершина маятника, лампочка, огонь, который, собственно, и служил сигналом кораблям, которые находились в опасной рифовой зоне. В каких-то парках белки обитают, а в этом еноты, ракуны. Такие хищники, такие, я не знаю, как назвать, но еду выпрашивают во все. Сейчас мы приехали в район Винвуд Вулс. Этот район известен тем, что когда-то это был очень криминальный район. И даже сейчас, буквально 10 минут пешком отсюда немного в сторону, мы проезжали на машине, реально район выглядит очень криминальным, и там даже страшно находиться. Мне знакомый рассказывал, что недавно к нему в этом районе подошел черный с пистолетом и забрал деньги у него и у его девушки. Вот. Но полиция отдала этот район художникам, и сейчас этот район раскрасили. И сам центр вот этого района привлекает огромное количество туристов. И здесь просто находка для фотографа.
попадая в такое место, очередной раз убеждаешься, что американцы умеют создать красоту на ровном месте.